О своей мечте Самвел написал в письме и вместе с мамой отправил его в столицу. Она попала на елку желаний в Кремль. Открытку снял с елки губернатор Кубани Вениамин Кондратьев перед заседанием Госсовета в Москве. Оказывается, 8-летний мальчик мечтал попасть и на представление, и в закулисье сочинского цирка. Мечта благодаря губернатору исполнилась. На каникулах Самвела уже ждали цирковые собачки, медведи и огромный верблюд. Невероятную для Самвела экскурсию провел директор цирка Сергей Жирков. Трогать животных, конечно, не разрешалось, но много любопытного мальчик услышал впервые. Потом все, что увидел и услышал, обсуждал за чашкой чая. Самвел очень активный ребенок. Кроме того, что он обучается в школе, он сегодня активно посещает все кружки и секции, какие только возможно ему посещать. И в 2018 году он стал лауреатом городского конкурса «Хрустальный петушок». Самвел – третий ребенок в семье Витисян. Врачи диагностировали у него острый лимфобластный лейкоз. Но все надеются, что мальчик победит страшную болезнь. Атмосфера циркового спектакля подарила всей семье то, чего так не хватало. В последнее время много новых положительных эмоций. Пацана говорил, что хотим цирк пойти, цирк пойти. И вот написали письмо с мамой. И вот, пожалуйста, результат. Я сегодня первый раз попал в цирк. Ну, видел Дедушку Мороза. Мне понравилось, как играют собачки. 8-летний Самвел сам делает интересные поделки. Возможно, в его копилке творческих работ появятся новые на тему дрессуры и клоунады. А самым захватывающим для него в цирке стало катание на лошади и фотографирование с медведем на мотоцикле. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.